Так, вот она. Как обычно, ножницами. Шла месяц. О, такая вот красивая. Такой хорошей коробочки. Сейчас посмотрю, как она. Что мне сделаю? Вот интересно. Это фоновая картинка. Что-то здесь на ней показано. Ладно. Не суть. Достану. Так. Ну так, в принципе. Спандер-то легкий. Для каждого пальца отдельно. Сейчас я ребенка приглашу. Кстати, очень довольна. Ну, запах обычный пластика. Вот здесь очень приятный материал. Резина, что ли, такая. Ну, такая гладенькая. Не то, что гладенькая. Как... Не могу описать даже, но очень приятно в руках. И сверху кнопочки такого, из такого же материала. Какая-то прорезиненная поверхность. А здесь пластик. Для каждого пальца. Так. Каждый палец. Вот. Отдельно каждым пальчиком. Тебе нравится? Вот. И мизинцем. А теперь другой рукой. Возьми другую руку. Тебе же тренер по музыке сказал развивать палец. Давай. Нравится? Mm-hmm. Вот так вот каждым пальцем раз по 10 сделай. Хорошо? Mm-hmm. Все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Каждый палец отдельно работает. Нажимай отдельно каждым пальцем. Вот. Давай сильнее, сильнее. Тебе надо быть сильным. Вот, молодец. Это не обычный спандер, как экспандер. Спортивный, именно для каждого пальчика. Чтобы каждый пальчик отдельно занимался. Не для кисти рук, точнее сказать, а для пальцев тренажер. Такой вот неплохой. Все.